Мальчика зовут Гром. Имя ему очень подходит. Он очень активный. В общем, история вот такова, что он пришел в один из дворов. Неизвестно, откуда он появился. Но он прям ходил хвостиком за детьми. То есть он обожает детей. Еще совсем молодой, ему месяцев 6-7. То есть, как все мальчишки, хулиган. Ему, конечно, нужно попасть в семью в такую, где есть мальчишка. Потому что он очень активный. Он готов целыми днями играть. Живет он в вольере с тремя девочками. Тоже все молодые. Там от их игры прям шум. Шум и гам. Дым коромыслом, как говорится. Песик очень активный. То есть, ему нужно даже, наверное, в свой дом лучше, где он будет бегать, играть. У нас он жил вообще в нашем дворе. Мы думали сначала, что он хозяйский. И у нас постоянно гуляют мальчишки, три мальчишки, три друга. И вот у одного он стащил кепку и очень долго не могли у него отобрать. Ну, он, конечно, ее не съел, ничего, он просто хотел побегать. Он бегал быстро, утащил эту кепку. То есть мальчишки прям были очень довольны, играли с ним с удовольствием. Гром живет в приюте «Хочу домой», очень хочет найти своего хозяина. Кто Громушка?